33 матча, 12 заброшенных шайб, 10 результативных передач. Отличный сезон получается для этого молодого еще хоккеиста ЦСКА, который в прошлом году выиграл чемпионат МХЛ с Красной Армией. Динамовцы штурмуют под занавес первого периода ворот соперника, бросок Никулина. В игре и Пашнин. С Комаровым начинают бой. Достаточно яркое начало. Сейчас захват взяли соперники. Комаров освобождает правую руку. Несколько апперкотов наносит. Стирают шлемы друг с друга. Но уже устали очень серьезно. Комаров роняет своего оппонента, срывая бурю аплодисментов с трибуны. Но теперь тут удержание уже производить не требуется. Теперь арбитрам нужно аккуратно эту кучу малу разобрать. Ну все, выплеснулись оба. Выпустили пар и теперь поедут отдыхать. Молодцы, пятницы не стали. Да, ни Пашнин, ни Комаров в данной ситуации. Сбросили перчатки. Ну и как бы бывает. Понятно, что за шайбу на пятаке борьба идет очень и очень серьезная. Не нравится это защитникам. А нападающим, ну, собственно говоря, у них выбора-то особого нет. Оттуда забрасывается огромное количество шайб, поэтому за позицию на пятаке борьба идет серьезная, настоящая, мужская. Ну и здесь чуть-чуть она вышла за рамки правил хоккея, за что сейчас Пашнин и Комаров отправятся на скамейку для штрафованных. Ну, собственно говоря, учитывая, что 36 секунд до окончания первого периода, могли бы и в раздевалку их отправить сразу. Потому что так по 5 минут хорошенько полновесную драку получили. Ну, тут и перчатки сбросили, и шлемы слетели в конце концов. То есть это как раз такой, здесь обоюдной грубостью, да, или даже 2 плюс 2 ты не отделаешься. Здесь все по полной программе.